специально по заказу Юрчиком из солнечной Германии. А то он говорит, а что у вас там сегодня происходит? Что у вас там такое офигенное? Показываю Юрчику. Короче, вот поликлиника, там больница. Там я живу, короче. Здесь это само вообще нету ни снега, ни листьев, а полная скукотища. Вот, короче, слава Москву. Тоже скукота, тошнотворная. Снега нет, никто не ездит, все забыто. Короче, там гауи, там лосось, щука, окунь, скукотища, вообще ловить не хочется. Это самое, ну, не хочешь пешком ходить, и оп, такой быренько сел на трамвайчик, оп, спустился вниз. Какой трамвайчик, хуячик, короче. Это самое, вот, тут у нас скукота, блядь, люди отдыхают, блядь, скукотища. Колесо обозрения работает. Бля, поднялся на нем, но что-то неохота. Сегодня вот блевану, блядь, я вчера немножко выпил. Так, поедем дальше, сейчас покажем дальше. Специально по заказу Юрчик. Так, смотри, Юрчик, блядь, скукотища какую. Короче, видишь гавую? Вот там я ловлю рыбу, блядь, скучную рыбу, блядь. Форель, окунь, все, что хочешь, блядь, щучку, блядь. Вот это вторая горочка. Люди скучные ходят. Вообще, блядь, что делать, блядь, не знаю. Скукотища. Даже никто не улыбается. Все скучные, мрачные. Это вот наш знак сеулский. Кстати, так, не помню, какое сегодня еще там. Покажу, вот, фестиваль, проект, короче, тры-пыры в Алитрале. Да? Короче, будут зайцы бегать. Олимпийский зайцы. Потом что-то тыргус, да, это, короче, базар будет. О, украинский борщ будет. Ну, ничего себе, вот это круто. Да, за борщом я приду. Так. Ну, такая вот скукотища, блядь. Люди ходят грустные все, блядь. Там. Все эти подавлены. Туалеты даже. Туалеты никто не посещает. Потому что, блядь, жрать нечего, быть. И ни какать, ни писать не хочется, блядь. Туалеты пустые, блядь. Дети вон какие мрачные играют в теннис. Все, блядь, мрачно. Ужас какой. Мрачнище, бля. Даже вон шашлыки жарит, и то мрачный какой-то чел, бля. И пиво бы кто-то пил. Бля. Ужас. С ума сойти, бля. Какой запах невкусный, бля. Противный запах, бля. Противный запах шашлыков. О, мрачный какой, бля. Жаришь шашлыки, бля. Сейчас туда подойду, посмотрю, покажу эти некрасивые, невкусные шашлыки, бля. Чувствуете этот запах, а? Ух. Я говорю, не вкусняшка, тошнотворная. Все прям, не знаю, прям ужас какой-то. Даже в теннис играют, и то со скучными лицами. Так, идем, едем дальше. Какая скукотища, бля, люди уходят. Что-то все грустные, вялые, понурые. Даже он бобслейная трасса, видно там, это бобслейная трасса сигутская. Тоже такая выглядит, фу, обшляпанная, обтрепанная, блин, короче. Бля, боюсь крутиться, блядь, я тут один сижу, короче, упаду, блядь. Вот это у нас церковь. Как-то, блядь, мне не страшно, блядь, но я боюсь, что, блядь, качели сломаются. Вот. Ой, ёпта, блядь, меня нахуй куда-то несет. Вот там сигутский замок, короче. Пиздец, она мне сломается сейчас, это все моя карусель, бля. Вот там вот турецкий замок, если видно. Бля, я сейчас буду на вершине, бля, все пиздец, бля. Гибель, блядь, погибель, бля, чуть не упал. Вот так это все выглядит с высоты птичьего полета. Бля, больше не поеду, нахуй, блядь, один, блядь, это хреново. Перевес, бля. Пипец, бля. Так это все выглядит. Юрчик, понял, бля? Все скучно, бля, скучно, скукотища. А еще можно на этом самом, на скучном трамвайчике показать. Вообще, бля, скукота неописуемая. Если вот лените на ту сторону. Фу, бля, я устал. На ту сторону, короче, бля, можно на трамвайчике переехать. Бля, на скукотища. А еще можно вот на этой фигне полетать, короче, там тебя подвешивают. И ты летишь, как Бэтмен. Скукотища, блядь, меня. И так, идем дальше смотреть. Кстати, вот замок турецкий там, видно, видно. Сейчас подойду. Ну тоже, такая скукота.
Ты понимаешь, там мавзолей, Ленин лежит бы, там есть еще посмотреть бы. А в этом замке даже Ленина нету бы. Скукотищево, полное бы. Был бы Ленин, это же другое дело. Вот это турецкий замок 16 века. Это так рассказывают, особенно для Юрчика. А вот это Сигулдский замок, который тут за деревьями стоит. Тут это было 15 вроде века. А там дальше еще есть замок немецкий, как его называли, Сатазел. Это был 13 век. Короче, оккупанты одни, кругом одни оккупанты. Ужас, блядь, скукотища какая. Вообще, даже не знаю, что делать, блядь. Так, едем дальше. Смотрим далее, короче. Эти вот, как, дорожки вот эти скучные мы сделаны. Ну, слишком все чисто. Так все прямо намыло. Лошади какие-то бы ездят непонятные, блядь. Люди сидят, скучают на скамейках. Тебе скукотища, блядь. Вон там вот велосипеды какие-то. А, кстати, Юрчик, что ты точно не видел? Вот это я сейчас тебе покажу. Фух, это я устал нахуй. Короче, видишь, бы бордюр сделали на дороге, чтобы пешком можно топать бы. До Туреля. Новый бордюр, новые дорожки. Ты, бля, скукотища, блядь. Да невозможности, сколько можно вот так вот все вот это. Слишком красиво все, да? Прям как не по-настоящему. Вот, лошадь это же некрасиво какая-то едет. Обязали почему-то белым ноги. Вы что, сдаешь ты что ли в плен? Непонятно. Скукота, бля. Коники, да? Скучные такие. Ну, бать, сокой как. Интересно, когда они какать будут? Вон даже машину пропускают, ничего себе. У коней преимущество, блядь. У них две лошадиные силы. Вот такая вот скукота. Даже в центральном парке, знаешь, скучные люди тренируются, блядь. Каким-то скучным спортом непонятным. Я понимаю, блин, было бы здесь говно и глина, было бы интересно. Нет, блядь, асфальт везде положили, блядь. Видишь, мы подаваем асфальт. Вон, и... Скучные дети катаются в этом. Одному мелкому вообще, наверное, годика два бы. Пипец, бля. Настолько все скучно, бля. А, какие дорожки. Охрененные, да? Скучные такие. Скукотища. Малой как скучно едет. Оп-оп. А? Сюда надо Адриана позвать, чтобы он показал, как надо. Точно. Скучный чел в очках бы. Вспомнил, что такое доска бы. Прикинь. Ужас. Там он это самое. На качелях все качает, тут кто-то баскетбол играет. Скучно бы. Да, ужас. Ну там тренажерный зальчик у нас. Все скукотища. Даже кто-то там тренируется. Видишь, думает, станет спортсменом. Нихуя не получится. Попадет, не попадет, не попал. Хреново баскетболист. Так вот и живем. Скучно. Менты скучно на квадроциклах ездят. Скукота. Ужас. Людей вообще нету. Прямо один человек, он один и то в кепке. Замученные деревья, вот, привязаны. Просто какое-то непонятное. Тотальное, бля. Это еще пчела, бля, искусственная, киберг-пчела, бля. Нормально? Нормально. Ежики, нет, чтобы это самое, бля, выпустить настоящих ежиков, бля. Нет. Тоже какие-то киборги, бля. А это что? Это у нас кто? Это у нас муравей. Тоже, бля, настоящих нету, все, остались только такие, бля. Такие мухи, бля, такие стрекозы, короче. Вот такие пауки. Все. И эти как аисты с яйцами. Их, короче, берешь, варишь в этих котлах. Ну, этих вот дырявых. Вот даже вот трещины. Пипец, вот. Дырявые котлы понаставили тут. В этом водичке здесь можно купаться. И главное, в центре города шашлыки жарят. Ну, ужас какой бы. С ума сойти. Как это возможно? Какой ужас. Людей нету ни вообще, ни одного. Это все боты, это все не настоящее. А когда людям становится совсем скучно, они, короче, бегают за ментовской машиной, да, переодеваются в зайцев и бегут за машиной почему-то. Это от скуки, когда вот вообще скучно-скучно.
Просто люди хотят, пытаются догнать эту ментовскую машину. Непонятно почему. Ужас. Сукотища. Малые бы хотят ментов догнать бы. Тут надо мне бы вступать, как говорится, в дело. Только я могу на велосипеде догнать ментов. Скука. Просто, блин, скука и боль. Никто не может ментов догнать. Ужас. С ума сойти. Переоделись в кроликов и догоняет ментов. Зачем? Если можно позвонить 02. Ой-ой-ой. Сколько кроликов. И все бегут за ментами. С ума сойти, да? Ужас. Людей всего вообще ноль. Это все боты. Это все не настоящее. Малая там подергивается. Даже собаку заставили за ментами бежать. Хаски-то при чем? Хаски ни при чем. О, вот стой вот тут. Остальные не хотят бежать, потому что уже понимают, что менты уже, короче, съебались. Поэтому решили идти пешком. Вдруг потом поймают. Так, вот так и живем, бля, скучно, бля. Ужас, бля, я не знаю, прям апатия какая-то. Даже шашлык исчез, уже все закончилось, все сожрали. Даже бабушка бежит за ментами. Вот так. Кстати, Юрчик, помнишь, кинотеатр был у нас, Космос назывался? Теперь он называется Demons. Почти демон, мы тоже вот эти как дорожки вот эти вот, ну прям бесит, блядь. Ну, настолько все чисто, аж приторно. Ну, коняшка опять попался. Ну, этот, короче, был раньше кинотеатр Космос. Теперь его почему-то демоном назвали. Потому что никто не ходит, блядь, сколько тищи. Потому что фильмы про Кинг-Конга не показывают, а? Ну да, вот. Ну вот это вокруг кинотеатра обедим немножко. Вот так вот это все выглядит. Скукотища была. Здесь можно провалиться, наверное. Но я это не буду делать. Гостиница Сигула. Тут это тоже вот эти вот, блядь, непонятные скучные буквы. Если с той стороны посмотреть, то это Сигула. Написано. Скукота, бля. Придумали же вот такую фигню, а? Я придумали. Скукотня. Так. Бля, ну короче, бля, Сигул здесь делать нечего, бля. Здесь просто пиздец. Здесь полное загнивание. Людей нет, вон вот эти топы, это не люди, это какие-то то, эти самые боты, бля. Все не настоящие. Это все. У нас не настоящие. С этим, как говорится, я откланиваюсь бы. До новых встреч, бы, и трубы рубали.